Наша команда существует уже, в принципе, очень давно. Она была основана, наверное, где-то в 2006 году. И тогда я вместе с нашим вторым тренером, мы тогда были еще в составе. Хотелось себя реализовать дальше, после большого спорта. Как бы это было таким огромным желанием выступать, продолжать дальше. И... честно, когда нам предложили, это очень понравилось. Работая под руководством, я понимала, я чувствовала, что мне это очень нравится. И как бы тренер тот нынешний на меня могла положить какие-то моменты, которые я могла решить. И я поняла, что в принципе это мое, мне это нравится, я хочу этим заниматься. Когда мы начинали, мы даже не думали, что это называется чирлидинг. Как бы. Для нас это было больше спортом. Мы хотели больше реализовать себя как спортивное художественной гимнастикой занималась очень долгое время и просто как спорт это наркотик, да, и когда я поступала на институт, я бросила и просто не могла уже без спорта и просто поддержка, знаете, моя отдушина такая, где я могу прийти, там, все равно, сейчас у нас коллектив хороший, и прийти, расслабиться и получить удовольствие. Я считаю, что это больше, наверное, искусство. Спорт был у нас в детстве, когда мы занимались гимнастикой, это был спорт, а это уже больше для души, это уже больше для самой себя и для зрителей. Это эмоции в первую очередь, это огромное переживание за то, что ты делаешь, за всю команду, потому что ты один, из-за тебя может где-то и пострадать вся команда, честно говоря. Если где-то что-то не так, это тоже будет уже нехорошо. Сейчас у меня в составе только гимнастки, большинство из них мастера спорта. Это те, кто любят спорт и не хотят от него навсегда уйти. Они хотят что-то все-таки оставить. И поэтому они переходят в группы поддержки, потому что, во-первых, они здесь себя поддерживают всегда в форме, они продолжают жить в каком-то режиме. Плюс я максимально стараюсь дать им что-то новое. Учусь сама и отдаю это все им. У нас спортивный дух, потому что мы переживаем те же спортивные эмоции, которые переживают наша команда. Мы поддерживаем их на спортивном уровне, мы переживаем это вместе с ними. Но по-любому мы актеры, мы играем на зрителя, мы обыгрываем композиции, мы обыгрываем музыкальные постановки, потому что... зрителю нужна подача, невозможно просто выйти и отработать танцевальные восьмерки. Ему всегда нужна твоя душа, твои глаза. Опущенные глаза в пол, скромная улыбка, как бы зритель тебе точно так же ответит хлопком в два удара. И хореография, и артистичность каждой девочки, и каждая деталь в костюме, это все привлекает. Ну, наверное, в первую очередь это эмоциональность, которую нужно передать зрителю. Они хотят видеть, они хотят завестись, и нам хочется от них получить отдачу. Льются песни, льются вина, и стучат, стучат, стучат бокалы так. Щель умерла, Украина, если мы гуляем так. Льются песни, льются вина, и стучат, стучат, стучат бокалы так. Украина, если мы гуляем так, опа!
я думаю, во-первых, это грация, спорт, а во-вторых, это артистизм. Я думаю, что из каждой из нас, я смотрю, актриса, без этого, мне кажется, никак не обойтись, потому что у каждого из нас внутри какие-то свои проблемы, переживания, и никто этого не выносит, естественно, на арену, когда ты выбегаешь, когда все аплодисменты, когда драйв, и думаю, что каждый из нас улыбается, потому что ему это нравится в первую очередь. Я по жизни, в принципе, счастливый человек, улыбчивый, и еще, когда видишь зрителей, которые радуются тому, что ты делаешь, то это приносит еще больше удовольствия, и это приятно, нельзя не улыбаться. Мы очень сильно отличаемся от черлидинга как вида спорта. Мы не вид спорта, мы группа поддержки. Мы дарим красоту, а не какие-либо правила. Поэтому правила мы стараемся... Главное наше правило – это понравиться. Это что-то придумать для того, чтобы быть лучше. Да, переживаешь за выступление, за композицию, как она просмотрелась, все ли синхронно было. Это важно. Эмоционально ли отработали, исправили ли ошибки, которые были на прошлых играх или на тренировке. Это часто приносит разочарование, потому что хочется совершенствоваться и быть лучше. Каждый раз. Я переживаю за процесс игры. Мне хочется, чтобы моя команда всегда побеждала, всегда была первая. Я переживаю за них, потому что я вижу, я знаю, у кого какие где-то недоработочки, где что мы представляем, когда новую композицию. Каждый переживает за себя, а я переживаю за себя и за них. Поэтому я, конечно же, всегда езжу домой уставшая. Вот. Но это приятная усталость. Как бы ты понимаешь, что твой день прожит не зря. Ты свои силы и энергию отдал тоже не зря. Ты подпитался, ты что-то получил. И, как бы, как правило, в эти моменты всегда рождаются какие-то идеи. К сожалению, не каждый постановщик, не знающий баскетбольных правил, может что-то поставить. У нас были неудачные попытки, когда они не знают, с чем они будут сталкиваться. Они не знают, что такое баскетбольный паркет, что такое количество людей, что такое сцена, люди, сидящие именно под таким углом. Вот. И самый удачный, очень даже хороший, такой яркий впечатление, это у нас Саша Останин, пригласили его, это победитель проекта «Танцует в СИП» первого сезона. А вот Саша очень быстро согласился, хоть сам тоже не знал, с чем ему придется столкнуться, но результат получился хороший. Я уже с нетерпением жду, когда мы наконец-то все это отшлифуем и все это выставим на обозрение. Вначале было страшно, потом было уже все нормально. Опять же, как только я захожу в зал и начинаю работать, я уже забываю все страхи и всем остальном. И, в принципе, вот то, что я хотел сделать, и то, что я, в принципе, себе там нарисовал в самом начале, в принципе, так же самое все, в принципе, и произошло. И вроде бы, мне кажется, и всем остальным понравилось, и мне самому понравилось, в принципе. Зато много у нас общего, и мы танцуем для большой, для публики, и они танцуют для публики. Поэтому есть свои законы, которые сохраняются на сцене. Поэтому, да, понятно, что да, мы танцуем на сцене, у нас с одной стороны зрители, у девчонок зрители как бы с двух сторон. Но ничего, мы построились и сделали номер так, чтобы люди и с одной стороны, и с другой стороны тоже все видели. Можно подходить.
хорошую музыку танцевать и плохим танцем испортить все. Можно то же самое испортить плохим костюмом. Так же самое можно вроде бы хорошую хореографию поставить, а если она будет, танцеваться под неподходящую музыку, то, конечно же, тоже будет не очень. Поэтому мы, в принципе, старались, чтобы создать гармонию из этих трех вещей, и чтобы был и красивый танец. Ну, мы, опять же, больше отталкивались от музыки, мы подобрали хорошую музыку, под нее подобрали такую же подходящую к ней, к этой музыке, танец. Ну, естественно, к этому танцу, к этой музыке мы еще подобрали хороший костюм. Если у нас есть окна, если между играми большой промежуток времени, то мы не отдыхаем, мы продолжаем ходить на тренировки, и если голова полна идей, то это все сразу реализуется. Просто как бы на заказ не всегда получается. Это ты слышишь музыку, у тебя сами рождаются движения, а бывает, ты сидишь сутками и ничего не можешь придумать. Чем больше расстояние между играми, тем больше хочется показать в следующий раз больше нового. И интересно. Это наоборот, нам усложняет задачу. Вот. Ну, мы стараемся тренироваться как можно больше, даже когда у нас нет расписания тренировок. В зимние виды спорта мы чувствуем себя в каких-то рамках, мы чувствуем себя защищенными. А летом, выходя на песок или на поле, мы чувствуем огромное небо над головой, много воздуха, и очень часто бывает даже дезориентация, потому что ты делаешь поворот, и оказывается, ты в другой стороне. Тебя немножечко заносит. Плюс переизбыток кислорода, плюс очень большие площадки. Мы привыкли, у нас есть размеры, у нас есть зрители. А поле, вы знаете, это очень большая площадка, и, в принципе, состав из 12 человек, он теряется. Поэтому мы стараемся делить поле на несколько ячеек и в каждой ячейке выступать с новым танцем. Наверное, важен не вид спорта, а важна площадка, на которой мы работаем. То есть, если это пляжный футбол, то это песок. И приходится много переставлять. Много переставлять. Это действительно тяжело и очень непросто. Отдельности кто-то выступал, была бы конкуренция. А так как мы коллектив общий, выступаем, у нас как бы, да, совместная программа одна, то у нас нет такого. Конечно, каждая старается индивидуально следить за собой, чтобы выглядеть, но чтобы какая-то девочка с кем-то, ну, в коллективе соперничала, то такого нет. По сравнению с первыми годами, я считаю, что мы очень выросли, как бы мы с каждым годом стараемся все больше и больше развиваться, у нас новые танцы появляются, новые стили, и, как мне кажется, мы растем. В первую очередь, я это делаю для себя, потому что мне это нравится. А как сколько будет команда «Химик», столько будем мы танцевать.
для меня, конечно же, является ориентиром наша самая лучшая команда в Украине, признанная в Европе, это Red Foxes. Это же естественно. Но я стараюсь их не смотреть для того, чтобы идея, которая рождается у меня, она была лично моей, а не была подпитана чем-то. Мы и так находимся на одной территории, поэтому что-то одинаковое у нас, естественно, будет всплывать. Поэтому просто хочется максимально от этого уйти. Хочется смотреть не на команду дублирующую, а чтобы это было интересно, чтобы это было видна была борьба, был виден какой-то уровень. Стараемся выбирать ту музыку, которая понравится зрителю больше. Контингент зрителей, которые приходят на матчи, тоже важен. Они бывают поют, бывают и танцуют. Да, были такие случаи, когда команда проигрывала, и мы заряжали своими танцами. Зрители больше хлопали, у них появлялась какая-то энергия. И, наверное, помогала баскетболистам в этом. И они, да, выигрывали. И нам, когда такое случается, мы вообще такие счастливые, как будто мы там это все сделали. Для меня задача, чтобы ни одно мероприятие не проходило без нас. Чтобы мы были неотъемлемой частью любой спортивной команды. Чтобы все знали, что если будет какой-то турнир, то обязательно будут девушки из группы поддержки. Потому что это единая часть любой спортивной команды.